Самая массовая новогодняя елка Гомельского областного отделения Белорусского дитячего фонду объединила выхованцев 43 дитячих домов семейного типа нашего региона. На доброчинное свято было запрошено больше как 200 детей самых разных возрастов из всех кутков Гомельщины. В целом, с початку проведения у попереднем месяце новогодней доброчинной акции «Наше сердце детям» около 5000 юных жихаров в области уже сустрелись с Дедом Морозом и Снегуркой и отримали подарунки от ее организаторов и партнеров. Традиция Белорусского детского фонда Новый год поздравлять ребят с детских домов семейного типа. Мы очень проявили большую активность и благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим неравнодушным людям, которые постоянно с нами рядом, нам помогли собрать подарки. Наведывальникам святочного мероприемства была пропонована веселая гульнявая программа, познавальный спектакль и, вядома ж, приемные подарунки. Треба отзначить, усе театрально-видовищные установы областного центра зараз ладить для своих юных гостей цікавыя навагоднія праграмы. Так, Гомельскі дзяржаўны тэатр «Ляляк» запрашае дзяцей на ўрачысты ранішнік «Прывітання-прывітання Дзед Мароз» і святочны спектакль «Як нававёркіны імяніны». Іх чакае займальнае падарожжа па казках і мультфільмах, а таксама дыскатэка з вялікімі ростовымі лялькамі. У сваю чаргу ў Гомельскім абласным драматычным тэатры дзеці могуць адправіцца ў займальнае марское падарожжа разам з Дзедам Марозам, Снягуркай і, як гэта не дзіўна гучыць, добрымі піратамі. Пасля чаго іх чакае займальны спектакль «Востров скарбов». Это музычная постановка про цікавые пригоды, которые отбываются с главными героями у рождство подчас пошуков каштовностей. Пригожее новогоднее представление подрихтовано для детей и Гомельским городским молодежным театром. Юных гостей артисты переносят у соправдную святочную каску. Спектакль «Принцесса-генерал» – это веселая музычная история про два соседние королевства, помеж якими возникают конфликты. Однако широе кохание принца и принцессы оказывается мощнее ворожести и, увы, выніку ўсё заканчваецца мірам. Усе гэтыя забаўляльна-пазнавальныя навагоднія праграмы ў тэатральна-відовішных установах абласнога цэнтра можна наведаць да 8 студзеня ўключна. Вероніка Варашыліна, Дмітрый Котаў, Яўген Макеенка, Тэлерадыё, кампанія Гомель.